грач. Широко распространенная в Евразии птица рода воронов. Длина 45-47 сантиметров, перья черные, с фиолетовым отливом. У взрослых птиц основание клюва голое, у молодых птиц перья у основания клюва есть, но позже они выпадают. От серой вороны грач отличается краской, от черной вороны цветом клюва, у грача светлый. И форма тела от ворона размерами. Ворон значительно крупнее. Вид распространен в Евразии, от Скандинавии на восток до побережья Тихого океана. Грачи всеядны, но главным образом питаются червями и личинками насекомых, которых они находят, копаясь в земле своим крепким клювом. В северной части ареала грачи – перелетные птицы, в южной – оседлые. Гнездятся на деревьях большими колониями. Обычная зимующая птица крупных населенных пунктов, обитатель открытых ландшафтов. В населенных пунктах возле старых дорог на деревьях часто встречаются грачевники – колониальные поселения, состоящие из десятков гнезд, которые используются много лет. Всеяден, но зимой питается в основном растительными кормами и пищевыми отходами человека. Зимой держится одиночно и небольшими группами, часто вместе с другими врановыми. Еще в конце 19 века мясо грачей употреблялось в пищу бедным классом в Европе и в Российской империи. В Германии грачей солили в бочках. Во время испытания в Кембриджском университете в Англии было установлено, что грачи столь же умелы при создании и использовании простых орудий своими клювами, как шимпанзе при создании и использовании простых орудий своими руками. Весной грач прилетает весьма рано, еще лежит снег на полях.